Ребят, я давно окончил курсы Кулсхакера и научился взламывать сайты. Смотрите, я взломал YouTube. Обратите внимание на полоску видео, она белая и опа, она моргает. Так, вернемся к нормальному человеческому повествованию. Итак, сегодня я покажу вам самые крутые пасхалки Ютуба, которые обычно ты не увидишь. И первое из них — как изменить полосу просмотра видео на моргающую разными цветами. Просто повторяйте за мной. Нужно отмотать немного вниз страницу на комментарии и ввести английскими буквами на клавиатуре Avesham. И вуаля! Далее, раз уж мы решили менять цвета, изменим и все остальное. Вводим в поисковой строке на английском doc мемы, и все надписи стали цветными. Ну и дабы добить эффект, вводим тут же такое use the force look, и помимо цветных надписей все еще и стало двигаться. Мне кажется, увидев такой YouTube с похмельем, можно с ума сойти. А если ввести в поисковой строке YouTube веб-драйвер торса, то поисковая выдача станет красно-синей. Круто, да? А мое видео годичной давности станет как раз таки синим. Веб-драйвер торса, кстати, это название загадочного канала, на котором выходят каждую минуту новые странные видео. Да, кстати, сегодня есть возможность прямо в YouTube смотреть всю информацию о любом видео прямо в плеере. Просто нужно нажать при просмотре правой кнопкой на строку «Информация для сисадминов». Там можно увидеть разрешение исходного ролика, скорость соединения и еще много всего интересного. Я думаю, все помнят вирусную несколько лет назад волну сумасшедших танцев Гарлем Шейк. YouTube, вдохновившись ею, сделал свою крутую пасхалку. Если ввести в поисковой строке Do the Gharlem Shake, то заиграет громкая музыка. Но вы не пугайтесь, все нормально. Кстати, насчет музыки, а вы знали, что можно поиграть на пианино, не выходя с YouTube? Нужно просто перейти на видео, ссылка на которое будет в описании, и нажимая цифры на клавиатуре, вы будете играть. Круто ведь? Ща попробую кузнечика. Ну, а если вы хотите посмотреть на интересные фишки и пасхалки самого Гугла, то ставьте лайк, и в будущем я вам их покажу. На этом все.